Сегодня у нас 8 октября 2020 года. Предвыборная кампания переходит в свою финальную стадию. Уже прошли все регистрации, все споры, кого не регистрировали. Ну, у нас в видеополе, слава богу, особых там не было руганий. Поэтому я, как главный редактор, как журналист издания «Альтернатива.орг», хочу пригласить кандидатов как на голову нашей громады, так и депутаты на такие небольшие наши предвыборные дебаты. Как мы собираемся это организовать? Значит, я разговаривал с главой администрации Игорем Александровичем Ильиченко. Он не против и пошел нам навстречу и даже принял приглашение прийти самому. 14 октября 2020 года в 19:00 я приглашаю официально, как главный редактор «Альтернатива.орг», кандидатов на голову Овидиопольской ОТГ. Савельеву Лидию Ивановну, Аникейчик Игорь Владимирович, Чигадарь Наталья Анатольевна, Литвинчук Владимир Давыдович, а также Бакалова Юрия Дмитриевича. Также я хочу пригласить первых лиц партии, все, кто идет, подались к нам в Овидиопольскую ОТГ на выборы. Добрянская Виктория Викторовна, «Наш край», Зинченко Александр Григорьевич, «Сила и честь», Крицкая Ирина Александровна, «Морская партия», Выдра Сергей Александрович, «Голос», Фисюк Геннадий Владимирович, «Доверяй делам», Бакалов Юрий Дмитриевич, «Перемога Пальчевского», Возненко Леонид Валерьевич, «Оппозиционная платформа за жизнь», Новикова Светлана Григорьевна, «Батьковщина», Литвинчук Владимир Давидович, «Слуга народу», Чагадарь Наталья Анатольевна, «За майбутнє», Чубин Андрей Николаевич, «Европейская солидарность». Если кто-то из первых лиц не готов прийти или не получается, давайте кого-то представителя со своего списка, но только тот, кто включен в список на выборы. Поэтому мы официально всем еще отправим пригласительное по почте завтра. 19:00, 14 октября 2020 года, День защитника Украины, Дворец спорта имени Дукова. Всех ждем!